Приветствую всех, меня зовут Дмитрий, вы на канале Panda Play, у нас продолжение Хаппигами. Нажимаем продолжить и немедленно, так скажем, ищем разгадки к загадкам. Ёшкин кот, это прям с самого начала. А хотя мы там ничего вроде как и не сделали, да, у нас с тобой закончилось все. Ой, сейчас, 5 секундочек, извини. Извини, прям 5 секундочек, оп, все. А, закончилось все на том, что зайцы эти, зайцы проклятые, не это, не зайцы, заяц. Жрал нас. Как жаль, что заставки нельзя пропускать. Блин, я же ведь ее смотрел. Почему не записался, как будто я ее смотрел? Просыпайся, пацан. Просыпайся. Давай. Пойдем. Пойдем разгадки искать. Заяц твой, вот он. Бери его. А, это уже... Да, красный заяц этот был. Побежали за ним. Он сейчас от меня побежит. Правильно, да. Я пытаюсь вспомнить просто, что тут было. Колокольчик, да. Колокольчик открывает портал. Из портала потом вылезает огромный заяц, который меня жрет постоянно. Это не круто. Здесь есть морковка, которую можно в руку взять. Здорово. Подожди, может зайцев накормить надо? Да, смотри-ка, они хотят взять ее. На. Серьезно? То есть, а тут как раз 3 морковки было. Ну, давай накормим всех зайцев. Дай мышку. Давай накормим всех зайцев. Может, он их жрать будет? Большой заяц, который за нами бежит с тобой. Он же за мной бежит и меня догоняет просто потому, что, ну... Не, ну что ему отвлечься. А сейчас будут зайцы. На морковку он не отвлекается, он плотоядный заяц. Огромный плотоядный заяц. А, будет жрать зайцев поменьше. И не будет за мной бежать. Все, я понял. Ну и вчера немножко не додумался. Я записывал вчера, я так это, подуставший был. А сейчас проснулся. Сегодня всю ночь кошмары снились. Пиздец, я не знаю, в связи с чем это связано. Ну, иди ко мне. Вот сюда. Да ну нет. А давай ты вот... Чего ты там стоишь? Я хочу у тебя вот тут вот откормить. О, колокольчик поменял цвета, смотри-ка. Ну-ка, давай позвеним. Он улыбается, значит, все хорошо, то есть, да, понятно. Все ясно, все, вопросов нет. Бежим. Бежим. Мышку дай. Ой. А, мы же с ним первый раз якобы видимся. Точно же ж. И чего? А куда бежать-то? Мир-то круглый. Я в портал должен попасть, правильно? Правильно. Все. Отлично. Смотри-ка, да, правда, правильно все сделал. Вообще ни капельки не ошибся. Ох, они сейчас мстить за братьев своих меньших будут. Как много зайцев. У меня столько морковки нет, дружище. Точнее, какие дружище ты, блядь. Дружищи. Как много вас. Это не репка, это морковка. Яндекс Алиса, здорово. А что она здесь делает? Гильотину поднимает. Ага. Безголовые зайцы. Грустный колокольчик. А может быть покормить той морковкой зайца, который он будет большой, вытянет это все дело. Вытянет большую морковку, потом съест большую морковку, будет еще больше. Нет? Давай попробуем. Почему нет? А, тут 2 морковки. Так, а... Бежит, смотри-ка, бежит. Морковка классно разговаривает. Ешь. Я его сейчас рубить буду. Это факт. Это факт. А зачем? Нахера я убиваю зайца единственного, который пытается вытащить морковку? Так вот как они размножаются-то. Ну, бегите.
Еще раз надо что-то сделать. А! Круто. Подожди, там есть еще морковка. Давай тогда размножим еще одного зайца. Ну так всяко лучше. Иди сюда, иди, иди, иди ко мне. Да на, поешь, говорю. Поешь, говорю. Блять, подальше надо отойти. Подальше, говорю, нужно отойти. А заяц сейчас будет, да, прыгать? Нет, не будет, смотри-ка. Не хочет своего брата убивать. Ну, и мы сделаем за него эту грязную работу. Залезь. Музыка здесь какая психоделическая. Психоделичная, как там правильно. Дружище, не старайся, подожди. Чуть-чуть, прям, постой там, погоди. Мы сейчас сделаем больше зайцев, и будет тебе помощь. Пойдем. Сейчас вытащит морковку огромную, и все будет круто. Ну, давай, третий, подсоединяйся. А может мне их помочь надо? Да, смотри-ка. Катсцена какая-то проигрывается. Вытащил морковку, гляди-ка, направо куда-то улетел, пойдем смотреть. Огромная морква. За... А что она с лирой делает? Зачем ей лира? Что-то непонятное происходит. Вот, вытащили. Этот был самый неглубокий. Так, что ты хочешь? Съесть эту большую морковку? Куда ты делаешь? Куда ты ее пытаешь засунуть? Ты что? Ой. Ай, блядь. Что происходит? Что это за игра такая странная? Смотри, колокольчик веселится. Значит, надо за него потянуть. Если он веселый, значит, пойдем. Если он веселый, значит, за него нужно тянуть. Что-то странное происходит. Ну, здесь, в принципе, бежать самому-то не нужно, а он сам бегает. Ой. Какой кошмар. Яндекс Алиса, привет. Оп, упрыгал, упрыгал. Смог, справился с задачей. Вот это молодец. Падаю в следующий кошмар. Я вообще не понимаю, что за кошмары такие пацану снятся. Почему? Что он смотрит на ночь? Что он читает на ночь? Почему у него такие ужасы просто снятся? Так, веселые ребятки. Я так понимаю, здесь вот висит гильотина. Ну, такая же вот ерундовина. На нее надо что-то повесить. Если здесь крючок, значит, что-то с веревочкой. С веревочкой я здесь вижу лишь вот это. Ну, вот. Так, а в веревочку нужно что-то... Вот в корзинку надо что-то положить. Вот, например, вот этого. Нет, этого не хватает. Вот этого надо жирного положить. Не жирного, а полного. Да, смотри-ка. То есть это как будто бы выполненный этот уровень, да? Музыка веселая, блядь. Все веселятся, смотри, мороженку жуют. Солнышко светит. Красота. Так, а у вас что здесь? Че вы плачете-то? Ну? Грустили, грустили, на подиум забрался и все, повеселели все. Че, каждого надо на подиум поставить? Ух, господи. Он голову себе оторвал. Он голову себе оторвал и веселится. Я как-то что-то не вижу в этом ничего веселого, на самом деле. Мне кажется, меня засвечивает на камере, да, и чуть-чуть прям совсем. Мне совсем не нравится то, что меня так засвечивает. Сейчас прям, может, прям 5 секундочек. Сейчас прям тыкну кое-куда. Ну-ка. Вот так вот. Вот так нормально, наверное, будет. Потому что я что-то прям очень белый. Мне так не нравится. Ты следующий. Так, и еще один... Последний. О, силач, смотри-ка. Может, силача повесить вон туда? А он и сам, наверное, не против, да? Да, правда, смотри-ка. Правда хочет повиснуть и подтягиваться. Всем все весело, всем все хорошо. Ладно, вторую тоже прошли. Третья, наверное, тоже должна быть, потому что здесь всего по три. И учитывая, что колокольчик очень грустный. Блин,
Но теперь у меня фон задний не видно. Хотя он нахер не нужен, правильно? Хотя, блядь, меня, я вообще весь сливаюсь. Погоди, прям 5 секундочек. Ладно, хер бы с ним, вот так оставлю. Я не знаю, меня прям раздражает, когда я такой черный весь сижу здесь. Надо было белую футболочку надеть. Так здесь и так все хорошо, зачем вам что-то нужно делать? Так, у этого игрушка есть, а у этих нихера нет. Они все друг в обнимку с другом обнимаются. Давай тебя посадим на утку. Ну или не на утку, что это такое? Странное что-то. Тебя в бассейн посадим. Тебя бабочек ловить отправим. Не? Нихера так не работает. Ну тебя мячик вот этот вот я вижу. Подожди, мячик. Вот так. А тебя на колечко посадим. А тебя на гильотину. Самое, блядь, веселое занятие на гильотине прыгать. А что тебе-то, чем помочь? А здесь у нас что? Здесь у нас чаепитие, здесь у нас все хорошо тоже. Так, погоди-ка, а как мы должны это все организовать-то? Может, наоборот, веселиться им нихуя не нужно? Да нет. А, смотри-ка, отнял мишку у этого. Их всех позабавило то, что у него взорвалась голова. Так ты тоже следующий, дружище. Дружок, пирожок, ну-ка, блядь, слезай. Давай, лопайся. Смотри, на самом деле их так все веселит. Их так это веселит, просто капец. А тебя-то что веселит? Ну-ка. Ну, подожди-ка, я не пойму, что. Вот. Отлично. Лопнул. Следующий. Что с тобой будем делать? Просто скинуть тебя. Да я не пойму, что с тобой надо делать. Так, осталось два веселых. Что с ними делать нужно? Погоди, может быть его нужно... Нет, погоди-ка, так нельзя. Они все на свои места возвращаются. Нет, так тоже не работает. Возможно... Возможно... Тоже не работает. Погоди-ка, а может быть повесить... Да! А тебя повесить вот сюда. Отлично, только зачем? Да, да, так оно и должно было быть. Все понял. Все просто, оказывается. Колокольчик зазвенел радостно, то есть мы пойдем за него сейчас дергать, и сработает очередная кат-сцена. А я пока водички попью. Опять огромный злой заяц. Я так понимаю, мы сейчас его победим, потому что гильотина здесь не просто так. Он пока будет через них бежать, он поэтому сам. Да, правда. Внутри него были маленькие детишки. Очень грустно, очень страшно, но... Мы же с ним боремся, наоборот. Мы делаем все возможное. Ну и все. А третий зачем? Рука за мной будет бегать. Рука за мной сейчас будет бегать. Ты представляешь? Как в семейке Адамс. Такая. Бегала там, бегала. Рука такая противная, неприятная, некрасивая. Ух. Сейчас как все. Всех победим. Сейчас как все победю. Отлично. Так, допустим. Угу. Весело, блядь. Вороны трупов доедают. Вот веселуха-то ебать колотить. Ох. Ух. Так, ладно. Так, и что делаем? Что здесь мы делаем? Ворон гоняем? Да не, нихера. Ворон хуист какие-то. Смотри. А ты куда пошел-то?
Че веселого-то? Пошли, говорю. Че надо? Че нужно сделать? Все сделать. Апа, смотри-ка. Здорово. Улыбающаяся рожа. Мы ее сейчас возьмем и кому-нибудь отнесем, правильно? Нет, не надевай ее на голову. Ну ты догадался, конечно, ну ты дурачок. Дуралей. Иначе не назовешь этого гражданина, потому что, ну это вообще некрасиво. А... Все, ты теперь взаперти, с этой головой будешь всю жизнь ходить. Да, да, так оно и есть. Все, блядь, доигрался. Говорили тебе, на голову не надо ничего надевать. Блядь. Страшно, очень страшно. Ножик. Я Джефф-убийца, что ли? Что это за гражданин-то? Ой, тихо, нет. Что это за персонаж такой? Я знаю такого. За мной почему-то руки все время гоняются. Ой, огромное солнышко, улыбайтесь, привет. Привет, огромное улыбайтесь, солнышко. Солнышко, улыбайтесь. И что? Так, у тебя есть голова. Это хорошо. Я рад. Ее нужно посолить, что ли? Ткнуть ее нужно чем-то. Ножом ее ткнуть. Чего нужно-то? Ладно, пока, блядь, не ясно. О! А где остальное взять? То есть, ладно, пойдем дальше. Вилка! Хватай вилку. Вилка, вот она. Керушки, вилки-то больше нет. Следующий. Че еще там? Перечница. Ну-ка, что-нибудь еще есть? Не, больше ничего нет. Как жаль. Так, ладничко. Ну уйди ты от этого водоема, блядь. Зачем ты к нему подходишь так близко? Сказал же, больше ничего там нет. Пойдем. Пойдем, отдам все это дело вот этим гражданам. Добродушным людям. Ну или не людям, хер их знает. Что это такое? Что это за улыбающиеся эти блины? Что-то они как-то странно все это делают. Мне кажется, едят не так совсем. У-у-у, говорит. Невкусно, ему не понравилось. Переделывай. Но улыбается, смотри-ка. Может, надо поменять? Подожди. Ткнуть. Поперчить. Кыльнуть. Короче, нож, перец... Подожди. Нож, перец и вилка. Все, давай, проигрывай. Да. О, тортики. А это не перец вовсе. Розовый перец-то не бывает. О, вкусно, как вкусно, говорит. Вот. Ему понравилось. Он улыбнулся, съел и все счастливы. То есть, в принципе... Ой, господи, как некультурно это, ну. Ты подожди. Серьезно. Вот так это работает. Ладно. А что мы с вами делать будем? Так, здесь злые руки. Они меня хотят съесть. Прибрать так себе. Вот это что такое? Я понял. Пойдем. Ребята, пойдемте. Да? Да? Смотри, а как мне туда залезть? Кораблик. Ура, ура, говорит. Кораблик. Как мне сесть-то? Мышку дай. Я не могу достать мышку. Ой, в эту мышку.
Поможешь чем-нибудь, нет? Подтолкни хоть. О, он дуть умеет. Все отлично. Так, и как мы теперь будем? Ага. Ну, в принципе, пойдет. Отлично. Я бы сказал, даже более чем. Ну, погнали дальше. Что здесь нужно делать? Какая загадка следующая? Добрый вечер. Такой же, как я, смотри-ка. Пойдем. Эй, привет, говорит. Он от меня побежал. Зачем-то. Здесь нельзя улыбаться, написано. Ну нельзя так нельзя, давай не будем улыбаться. Опачки. Туловка чья-то на меня упала. Страшно, страшно, очень страшно. А я думаю, скорее всего, здесь себе этого самого голову отрывают кому-то, да? Наверное, улыбающимся. Вон сколько улыбающихся голов. Их что-то большое. Ну да, вот большое, что-то большое отрывает головы. Улыбающимся человечком. Очень страшно. Ну, не унываем, мы всегда улыбаемся. У нас, блядь, теперь другого варианта нет. Ты мне голову-то не оторвешь. Блядь, оторвал. Я колобок. Классно? Ну, поехали. Теперь будем за колобка играть. За колобка играть. Опачки. А я футбольный мяч. А, это футбол. Опять упал. Давай вот отсюда. Разбегайся. Давай, 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 давай. Вот, блин. Давай еще разок. Вот отсюда прямо. С самого верху. Ура! Или не ура? Что случилось? Теворошу, теворошу. Давай, 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 беги. Блин, да он отпинывает, но на нем трещина. Была ли на нем трещина до этого, до того, как я в него попал? Мне кажется, что не было. Я, скорее всего, его разбить нужно. Да, я его сейчас окончательно расхерачу. Можно мячик подадвинуть чуть-чуть, нет? Жаль. А, мне нужен чё? Я в него сейчас еще разочек попаду. Беги, 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 беги. Давай, 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 скорее, 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 скорее. Молодец! Ура! Победил. Теперь я опять улыбающаяся голова. Это меня радует. Конечно, не прям, но... Я все-таки был мальчиком когда-то, а теперь я улыбающаяся голова. Колобок, иными словами. Едем дальше, смотрим, что у нас впереди. Нашел свое туловище, смотри-ка. Пошел теперь пешочком. Что такое? Меня хотят оторвать. Блять, разбили лицо. Здорово! Эй! Я, короче, наигрался в эту игру и понимаю, что здесь за все нужно хватать постоянно. За язык надо было схватить, оказывается. Глаза! Давай за глаза хватать. У него глаза появились, у него не было раньше глаз. Серьезно, тебя это забавит? То, что у тебя глаз выпал? Серьезно, блять, видимо веселуха-то, еб твою мать. Ух, ха-ха-ха. Опа, глаза вырвал ему. А вот это молодец, вот это хорошо, вот это да, вот это... И чего? О, жвачка. Давай пожуем. Да,
Давай, жуйся, говорю. Чья больная фантазия это придумала вообще? Че нужен-то? Блять, кошмар просто. Не плачь, хороший мой. Все будет хорошо, все будет хорошо, все наладится. Пойдем. Все, истерика прекратилась. Мы идем. Ура! С меня сняли улыбающуюся голову. Я пошел спокойно дальше. Теперь мне не будут пытаться оторвать конечности. Страшная рука снова здесь, забирает моего зайчика. Но нет, я ей его не дам, точнее. Да. Ну зачем ты упал-то? Бери ты зайца своего, в конце концов. Ты чё? Ух, ебать, сколько рук. Мне нужно спасать теперь зайца, что ли? Бери зайца, бери, хватай. Все, пацан. Был пацан и нет пацана. Забрали его в преисподнюю. Представляешь, как ему обидно. Подтянулся за зайца, моего самого забрали. Вместе с зайцем. Ну, хоть вместе с зайцем уже хорошо. Я так предполагаю, это пройденный уровень, да, получается, или что? Громко капец, просто вообще ничего не слышно. Сам себя не слышу уже, все, кошмар. А, то, игра уже пошла. Или что? А что нужно-то? Я ничего сейчас не нажимаю. Я на что-то просто нажал, и он побежал. Чего это? Так. Тебе чего? Что с ним надо сделать? Я же так делал уже. Блять, я уже нажимал, я уже тянул, нажимал и все делал, все, что можно было. Опа, ноги, руки. Шапку можно еще сделать. Заяц. Заяц хотел сделать вообще. Что нужно-то? Ой, ёптой, налево. Ух, господи. Ой-ой-ой. Ой, кошмар. Ой-ой-ой. Я просто на паузу ставил тут, типа, тыры-пыры, 8 дыры. Красивую картинку хотел сделать. И получилось, в принципе, получилось. Только я сейчас... немножечко здесь сижу, так неудобно, мне прям, блядь, не нравится. Сейчас, мы с тобой видим мозг с глазами. Мозг с глазами — это ненормально. Ой, ребрышки шевелятся. Так, глаза, сердечко. Ой. Так, руки? Хер, ноги? Нет. Может смеяться, а что с ним делать нужно? Может сердечко еще раз нажать? Да, правда, сердечко нужно нажимать. Когда он сейчас взорвется. И правда взорвался. Это что, мне каждому так надо подходить? Их вон три. Ну, вероятно, да, наверное, да.
ты у нас что здесь сидишь? Тоже какая-то мини-игра будет. Да, гляди-ка, тараканы бегают. На. Что это, спички? Ну, похоже на спички. Ой. Да, а как? А что нужно сделать? Блин. Я беру спичку. А, может быть, надо... Да. Он сейчас пожарит его. Какой кошмар. Вообще, на самом деле, так это все неприятно и противно. И, блин. Не круто совсем. Что делать-то? А что дальше? А, надо просто нанизать всех остальных. Ну, 4 точно влезет. Блять. Так и не поел. Как жаль. Опа. Хопа. Сердечко беру. Но мы знаем, что здесь сердечко играет главную роль. Так как здесь мир мертвых, так скажем, сердечко здесь играет очень большую роль. И, соответственно, нужно его запустить, чтобы мир мертвых стал живым. У меня такая ассоциация, по крайней мере, возникает, потому что... Почему здесь второй раз уже фигурирует сердце, и мы его должны запускать? Идем к следующему. Ой, шарманка. А это нихера не шарманка, это этот, блядь, мясорубка. Так, ладно, головешка одна вылезла. Я не понимаю просто, для чего все это делается. То есть, для, ну, с какой целью-то? Ну, давай еще одного. Я что по итогу из них сделаю-то? Подожди, тут не просто так все это. Ага, а теперь его. Погоди. Одного зайца засовываю. Вылезает этот. Да. И заяц его должен разделать. Блять, нет. Идея-то какая, я просто не особо понимаю. Вытащил. Допустим, заяц туда положил. А, все, заяц теперь там главный. Я его пропускаю, и сейчас заяц разделает его. Все, логику понял. Какой кошмар, блядь, заяц кровожадный, ужас. Ага. Сердечко. Запускаем сердечко снова.
Запустили. Ты чё орёшь-то? Ну. Третий взорвался. Так, заяц мой вернулся. Уже хорошо. Ну как вернулся? Я его еще в руки не положил, не взял. Но я хотя бы... Все, теперь уже можно с спокойной совестью сказать, что он вернулся. Проснулся. Мами Мау, говорит. Но мячик-то летает, я еще в кошмаре. Угу. Спи, говорит, дальше. Рано проснулся. Мячик нашел, зайца нашел. Сейчас медведя буду искать, наверное, потому что вон там вон на полке медведь лежит. Но мы на этом заканчиваем, потому что, ну, типа, серия прошла. А в следующей серии продолжим. Спасибо большое. Блять. Спасибо большое за просмотр. Ставьте комментарии, пишите лайки. И увидимся в следующей серии. Всем пока!